И снова всем здравствуйте, дорогим подписчикам и зрителям. Кто не подписался, подпишитесь, пожалуйста. Вам ничего не стоит, а мне для продвижения канала нужно это. Вот мы опять на рынке, как всегда. Сегодня 12 число у нас, 12 мая 23 года, суббота. Вот смотрите, какая пробка. Это уже обратно. И туда. Ну, в общем, как всегда у нас здесь пробочки. Но мы сегодня... Вот, наш карагандинец машет. Всем привет от земляка. Видите? А мы идем на блошиный рынок. Девочки меня просили показать. Я почему-то думала, что этот ряд никому не интересен. А касса... Предметы старины интересны моим девочкам, подписчицам. Поэтому иду именно снимать это. Вот он, этот ряд у нас находится. Он по другую сторону рынка, здания. Я сюда не заходила, как-то не доходила никогда. А он есть. Вот. Железяки. Железяки. Мне тоже неинтересно. Железяки. Ну а вот предметы старины. Ретро. Снимай. Ну вот, снимаем. Здесь такие вещи есть, да. Прям старинные книги. Смотрите, какие. Посуда вообще. Да. Все, вон, посуда какая. Посуда, маятница, что-то печь. Весы старые. Да. Интересно. Вещи вон. Часы. Люстра. Чугунки. О, игрушки советских времен. О, это что, шиньон? Или... А нет, вот что-то длинный волк. Клеточки здесь тоже, игрушки старые. Ну вот посуда какая у нас есть, советских времен. Да, интересно, интересно. Вот посуду девочки спрашивали мне. Вот как у нас посудка есть. О, горшочки даже глиняные. Казанчики. Засов типа, да? Да, железные. Мясорубочки советских времен. Какая-то печка, наверное. У меня... Ну, это современно уже. Деньги вот так. Не дай. Ой, смотри, журналы какие. Вот еще посуда. Советских времен тоже красивый чайничек. Смотрите, какой. Вазочки. Да. Приходите. Кто карагандинцы, приходите. Смотрите, сколько здесь. Ретро-посуды. Вообще класс. Предметы что нашей старины. Вот это 4, вот это 3, вот эти по 3. Чайнички вон какие хорошие. Вот смотрите, книжки. Что-нибудь такого, Валентинова. Смотрю.
детективы. О, есть эти? О, смотрите, какие хорошие книжки. Сказки. Эпитический словарь даже есть. Это лекарственные средства. Вас можно снять? Угу. Ну, кому подходить просто? Ну, ладно, стесняется. Вот такая вот еще бижутерия есть. Красота такая. Ну, посуда, конечно. Кто просил, девочки, посуду? Вот, смотрите. Очень огромный выбор посуды. Вот кастрюльки. А, мантоварка даже. Почем? Мантоварки. Почем мантоварки? Всем прошу. Поступлю. Ой, пельменница, помню, в детстве делали мы пельмени. Пожалуйста, привет нашим землякам, кто раньше жил. Ну вы заверните его в газету, можете, да? Вот чайничек ушел. Вот еще посуда. Ой, джинсовые джемперы какие красивые. Курточки. Вазочка какая красивая. Стаканы советских времен. Супница вон тоже старинная. Смотрите, сумочки. Сумочки. Обувь. О, смотрите, чемоданы вообще со времен войны, наверное. Вот, пожалуйста, давай. Еще сейчас, подойди, посудка. Красиво сейчас сделаю. Да. Давайте. Пожалуйста, пакет красота. Пакет-то некрасивый уберу. Бижутерия тоже. Да. Фужеры. Все советских времен. Да. Ой, какая ваза. О, красота. Красота. Какая шкатулка из ракушек. О, шкатулка, да, вот, акцентирование. Это вы, наверное, снимали, да, однажды про одного. Ну вот еще игрушечки здесь у нас есть. Предметы старины, велосипеды вон. Машинки тоже все советских времен. Нет, вот это уже кажется посовременнее. Я ему привезу. Ну все, вот этот весь ряд я вам показала, сняла все предметы старины. Вот здесь, на этой стороне, как заходишь на рынок, по правой стороне здание. Здесь уже начинается у нас рассада. Рассады уже много, уже люди покупают. Это у нас рассада. Здесь мы уже бывали, знаем. Пойдем посмотрим собачек. Мой любимый уголок рынка. Здесь тоже, ну, народу сегодня хватает тоже. Сегодня тепло у нас на улице. Пойдем к собачкам. Они вон там у нас в левом углу. Какие-то еще не видела. Так, очки были у нас. Вот это новое у нас. Вот это мы еще не видели. Вот какие красивые фигурки. Пистолетка! А куда мы поставим?
Вот. Это, видимо, для дизайна для дач. Угу. Красота. Корова 11, да? Я не вижу, да. 11.0 написано. Корова. За огорода для дизайна, да? Больше, да. Классно придумали, да? А почем грибочки эти? Ценники, смотрите, сверху. Ага. Вот, вот такая красота еще у нас появилась. Ну вон кролики, только одна вон Нива стоит. Машина есть. Не пойдем. Посмотрим, что здесь с цыплятками у нас. Это несушки, да? Несушки? Джейсирские гиганты. Порода. Мясо-яичное направление. Ага. Понятно. Вон бролера уже. Нет, это не сушки, да? Маленькие. Сушки драмы, да. Ага. Почем они? По 800 даем. А сколько им? 3 недели. 3 недели. Угу. Понятно. Опять у нас здесь наши северянки, французы. Вот они лезут, не ходит он там сидеть. Вон, это утятки, это гусятки, вот утятки, вот они утяточки, и маленькие цыпляточки. Вы же брали серых, вот они. Да, да. Вот они. Они просто тут потерялись. Ой, какой красавчик. Красавчик здесь. Не знаю, видно, я не вижу ничего. Отсвечивает солнце. Ну, в общем, птицы хватает. Все то же самое, кто не видел. Посмотрите в прошлых роликах. Вот с цельниками. Сразу покажу. Вот сразу цельники. Да, у тебя 3 недели 1700. Вот несушки. По 800, да? Я слышала. Угу. Это бройлеры? Вот это тоже бройлеры. Сколько им? 45 дней уже. Почем? 2200? 2200. Ага. А вот несушки. Хорош. Вот уже и есть бройлеры. Сколько им? Третий день уже. По 650. Вот такие. По 650. Хорошенький, проверенный. Это кросс 308, туристский бройлер очень хороший. Ага. Это домашний, по 500. Всех заберете, дешевле, да. Ага, вот. Такой у нас уже появился. Вот эти взять 10. Сколько им? О, давай. 16 дней. 16 дней уже. Сколько? Ну, 16 дней. Коробочку какую? 10. Угу. Коробочку нам нужно. Почем они? 2500. А как мы здесь? 16 дней. Ну, поменьше, чем мои. Ой, побольше, чем мои, конечно. А как мы вдвоем понесем? Вашим сколько? Вот эти 20 дней, вот эти 2 недели. Ага. Пожалуйста, 2 недели. Ага, ага. Чуть поменьше, да, они. Ага. Вот еще недельные, 4 штуки всего лишь осталось. Ага. Давай сейчас заберу тебе. Вот гусяты. Гусяты маленькие, сколько им? А, утята. Трехдневные. Почем? 700 тенге. 700 тенге. Угу. Я просто... Вот, утяток. Много. Солнышки. Ну что, солнышек будем покупать? Солнышек? Такие хорошие. Конечно, покупайте. Четкие солнышки. Это 40.
Ага, этот 40. 6 месяцев, да? Да, 6 месяцев. Ага, эти? Эти 60. Девочки 3 месяца, черная девочка. Ага. А мальчик рыжий 6 месяцев. 60. Ага. Паспорт прививки 70. Ага, вот. Все, все понятно, думаю. Все все слышали. Маленькие такие, хорошие. Алёзий маленький. Страстно им, страстно. Вот. И акширский терьер. Еле выговорила. Ты красавица, красавица. Девочка, надеюсь, да? Девочка, с хвостиком. Девочка, а у сколько по возраст? Положено, 5 месяцев. 5 месяцев. Сколько по стоит? 150. 150. Ага. Это? Шицушечка 3 месяца. Шицу. Ой, постоянно у меня в кадре бывают такие шицу. Ой, ты красавица. Красавица, масенькие такие колеса. Эти у нас шпиц. Сколько? 150. Не, возраст? 6 месяцев. 6. Девочка, мальчик? Мальчик. Мальчик. Миник. Вот такой он уже. Миник, миник. Вот, все слышали. Так, это у нас Алабайск, Кавказ, оказывается. Сколько? 25. 25. А возраст? Почти 3 месяца. Почти 3 месяца. Ну, кобель? Сука. Сука? Скромная сука. Не смотрит даже. Ну, спокойнее. Спокойная, да. Угу. Восточноевропейская овчарка. Возраст 40 дней. Здесь все написано. Угу. Спят. Спят, красавцы, спят. Вот алабайчики. Они у меня уже были. Вы же были, да, в прошлые выходные? Были. Да, да, да. Были. Вот и морды хорошие какие. Сколько им? 3,5? Нет, 3. Угу. 3 месяца. Это что стоит? Это кто? 200. Алабай. Алабай. Красавцы. Ереван уехала. Опять спит. Опять спит. Да, все пристроены хорошо. Прям хорошие хозяева попали все. Но мы к кому попало, нет. Ну вот, я сегодня мало того, что предметы старины, которые просили снять, я сняла, конечно же, ряд собачек. Вот он весь, я всех их обошла. Ну, почти все одни и те же. Птичку показала, ретро показала. Голубей нет. Вот они обычно здесь. Их нету, голубей. Почему, я не знаю. И прошлые ни суббота, ни воскресенье их не было. Почему, не знаю. Но на этом буду заканчивать. Кто не подписался, подпишитесь, пожалуйста. Вам же ничего не стоит. 93%, смотрю, смотрят без подписки. Постоянных зрителей 3000. Вот было бы классно, если бы все подписались. Эти все 3000. Постоянно же смотритесь. Подпишитесь, пожалуйста. На этом буду заканчивать. Жду подписки. Всем пока!